Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 4 октября. Вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании FIBA Group. Начинаем с валютной пары евро-доллар. Стремительное укрепление доллара США оказало давление на котировки пары, при этом все еще есть риск развития коррекционного роста. Но учитывая низкую насыщенность новостного фона, торговая активность может оставаться умеренной. Ослабление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса, указывая на преимущество продавцов. Волатильность торгов заметно увеличилась, превысив средний показатель за месяц, поэтому сегодня можем наблюдать охлаждение рынка. До момента фиксации котировок пары над уровнем сопротивления 1.1515 риск их дальнейшего ослабления остается высоким. Сейчас перейдем к паре фунт-доллар. Тереза Мэй отметила, что Британия не боится выхода из ЕС без торгового соглашения, что оказало незначительную поддержку котировкам пары. Но все еще есть риск более мощного ослабления на фоне укрепляющегося доллара США. Ослабление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса объемов торгов, указывая на преимущество покупателей. Но риск дальнейшего ослабления остается высоким. Торговая активность увеличилась, но все еще и остается в пределах среднего значения за месяц. Активность продавцов снижается, но все еще не исключаю дальнейшего ослабления котировок пары к 1.2890. Сейчас перейдем к паре доллар США – канадский доллар. На фоне укрепления доллара США покупателям удалось вернуться к уровню сопротивления 1.2885, но риск дальнейшего ослабления котировок пары остается высоким. И лишь обвал нефтяных котировок отменит медвежий сценарий. Укрепление котировок пары сопровождалось умеренным ростом открытого интереса даже при уменьшении объемов торгов, указывая на преимущество покупателей. Торговая активность все еще остается умеренной, поэтому есть риск появления сильного ценового движения в краткосрочном периоде. На пути у покупателей очень сильный технический уровень сопротивления, поэтому лишь обвал нефтяных котировок и дальнейшее укрепление доллара США могут оказать необходимую поддержку покупателям. Сейчас перейдем к событиям сегодняшнего дня. Заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о готовности регулятора повысить ставку в 2019 году и неожиданно очень оптимистичные отзывы о текущем состоянии экономики США оказали достаточно сильную поддержку американской валюте. Но учитывая очень низкую насыщенность новостного фона, сегодня может снизиться волатильность торгов на валютном рынке. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Оставайтесь в фокусе с компанией FIBA Group. Финансовая группа поддержки.